Первая дорожка — Виталий Зекс, Казахстан. Вторая. Фаргулис Музрамов, Таджикистан. Кайнар Озер, Туркменистан. Вот обладатель лучшего результата после проведенных забегов. И как раз Мухаммед Азим Фами, про которого я уже говорил, из Малайзии, бронзовый призер азиатских игр в беге на 100 метров. Пурипол Бансун, рекордсмен наших соревнований в беге на 200 метров. Представитель Турции Эртан Оскан. Предварительный результат 10,75 секунды. Эльдар Ахмадиев, Таджикистан. Отлично бежит спринт, также имеет очень хороший результат в беге на 200 метров и в прыжках в длину. И представитель Узбекистана Санжар Джон. Уже три спортсмена у нас стартуют в состоянии протеста. Это Фаварис Музрапов, Таджикистан, Кайхан Озер, Турция, и Эртан Оскан, также представитель Турции. Я, достар, қазір кішкене нервтар ойнап тұр атлеттердің. Фальстартсыз кетті. Тамашалаймыз. И вот, наконец-то, без фальстарта у нас очень упорная борьба. Набегает на финиш Пурипол Бансун, представитель Таиланда. Сейчас мы узнаем, специалисты фотофиниша определят победителя. Я был жеңіс саналуы мүмкін, себебі бұл спортшыда ешқандай да фальстарт болған жоқ. Жаңа үш рет фальстарттың арасында, сол себепті бұл жеңіс саналады деген ойдамыз. Наслаждаемся прекрасным повтором, насколько мощный атлетичный бег. И все-таки победу вырывает представитель